Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Max Payne 3. Итак, в прошлой серии мы узнали, как мы перебрались в Бразилию, а точнее вторая перестрелка с Пассосом против местных бандитов в Нью-Йорке. А именно на кладбище, когда мы там с бандитами стрелялись. Кучу народу перебили. Ну да ладно. Это все флешбеки. К нам это сейчас в данный момент отношения вообще никакое не имеет. Дело в другом. В позапрошлой серии мы добрались до главаря бандитов местных. Который все-таки ушел. Нас обезоружили почти. Жену босса также убили. Также убили сестру жены. Точнее, не, они ее также не похитили. И увели еще куда-то. Также похитили младшего брата. И все их увели куда-то. А вот жену застрелили и оставили здесь. Потом прилетает какой-то вертолет и начинается какая-то война. Боевые действия начинаются. Вертолеты там летают. Во. Я не думаю, что это гангстерские войны какие-то. Откуда у гангстеров вертолет может иметь? Откуда у гангстеров вертолеты? If I filled my body with enough poison, maybe I'd forget I added another dead girl to my rat sheet. Так что я не думаю, что это межбандитские разборки. Кто-то покрупнее прилетел и боевые действия начал. Так что побежали, нужно спасаться быстро. Так, смотрите его. Боевые действия идут. It was a goddamn war zone. I had to assume Giovanni and Marcelo were out there somewhere. Maybe I still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece. Да, да, так что пошли. Нам нужно узнать, кто они такие, а? О. Это уже лучше. Так, а этот прицел можно врубить? Не, нельзя. Он есть, но его нет. Ой. Он наш, да? Не, убежал куда-то. Убежал, короче. Закрыто. Нормально. О, мигалки еще. Так, ну кто это, кто-то? Копы. They weren't there for me, as far as I could tell. And I'd blundered my way into enough clusterfucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcelo and Giovanna. Какая-то полицейская операция проводится, да? Менты бегают, да? Так, бери. Какая-то полицейская операция идет против бандитов, да? Контртеррористическая операция идет, да? Выговорить не могу. О, два вертолета, точно не бандиты.
непростые. Giovanna and Marcella were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. I'd already lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Так, менты. Этих двоих нашли. Теперь нужно просто их найти. Куда они их повели? Блин. Везде стреляют. Rena thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Everyone was fair game. Нормально. As I was about to find out. Я свой. Нет. Как я понимаю, мне придется в ментов еще стрелять. Так, молодцы. Значит, ты пистолет свой достаешь все время. О, гранат. Два выстрела потребовалось, чтобы убить их. Умри уже. Немножечко обнаглел уже. Так, окей. Так, сумели. Нужно просто выбраться отсюда. Проводится простые мероприятия ментов. В касках. Где-то еще один тут. Так, вот. Так, ладно, пока я эту немецкую винтовку я пока бросать не хочу. Нормально. Два выстрела теперь требуют. Перестань стрелять. Так, они не идут, да? Да, блин, Макс. Немножечко неправильно систему укрытия сделать. Систему укрытия немного неправильно сделали. О, тело. Это менты. Простые, банальные менты. Банальная спецоперация. По ликвидации бандитских группировок. Я не трону. Вот аптечку я трону. I knew this was all my fault, and there was only one way I dealt with guilt. Yeah.
Так, ладно, я пойду дальше. А ты пока запрись. О! Вертолетов там бегают, летают. Так, пригнись. Ой, граната. Так, меня не задело, молодцы. Так, а теперь что? Нам сюда не надо. Открой. Нет, тут закрыто. Ой, блин. Я свой. Да блин, почему ты все время достаешь пистолета этот? Мне пистолет твой вообще не нужен. Давай. Ай, гранатомет еще достал. Лучше бы винтовку держал нормально. Нет, ты ее выбросил. Макс. Сколько раз тебе говорить нужно? У меня автомат поважнее будет. Автоматы легче потерять, чем пистолет. Просто положи его в кобуру. А, не нормально. Только что была пустая рука, так нет. Куда ты автомат засунул? У тебя 5 секунд назад его не было. Не, давайте еще раз. Нормально вы там держитесь. Так, ладно, пошли. Валить нужно быстро. Спецоперация большая. Не очень хорошо будет, если нас тоже загребут. Валить нужно как-то. Отсюда. Брат, быстро машину где-нибудь. Не, машину нельзя. Машина фу. Дороги все контролируются. В таких операциях. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Пошли. Любая попытка бегства у них расстрелом карается. Так, ну ладно, мы более-менее уже к краю подходим. Там я уже вижу, что заканчивается. Что еще чуть-чуть пробежаться и все, и мы выйдем. Ну чё, пройдем как-нибудь. Куда ты автомат положил, Макс? Блин, these charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force? Нормально так. Постояльцы прошли. Никто ничего не заметил. А,
и вот теперь у нас оружия нету. Винтовки эти. Ай! Хотел прыгнуть в последнюю очередь, а не получилось. Окей, а если замедление врубить? Ой, веселье начинается. Так, прыжок есть, можно прыгнуть. Опять в землю стреляешь. Ну ладно, окей, мы хотя бы одного убили. Так, ну давай, давай по одному. Право-влево, право-влево, право-влево. Так, вот он, вот он. На в жопу, жупить. По руке. Не вставай. Все, кое-как. А еще один. Так, все, больше никого нет. Бери вот это вот. Не, лучше это. Мне эта винтовка больше нравится. Немецкая это. Чем это ФН. Бельгийская. Звенимент. Но я, моя жизнь сейчас подороже будет. Мне выбраться отсюда нужно. А то вы берете и расстреливаете всех. Кого не попадя. А я никто не попадя. Я на хороший человек. Я выжить должен. Так, закрыто. Открыто. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. That's way, that's way. I've gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. Взяли, it was Sao Paulo's finest and a busload of lucky winners they picked out earlier. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was going to get to a plan. Окей, без оружия мы можем пройти, да? Смотри. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. Не знаю, может, и and my gut was telling me that band of merry простое, men would простое, lead me to some совпадение. Answers I'd soon wish I'd never received. Может, Виктор как-то решил, то, что вот уже и младшего брата замели, вот он решил отомстить всем, кто может. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't going to end in a pinata and a slice of cake. What the fuck was this?
The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Чего? Buying people? What the hell for? Наемники из стадиона? These two were serious operatives. One was a band of hired killers, and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Да. Now I had to find Giovanni and Marcello. На паузу можно? Чем тут только что увидели? Приехал фургон, автобусик, в котором были задержанные в ходе спецоперации. Потом приходят какие-то наемники, те самые, которые работали и на штурмовали стадион, и штурмовали офис босса. Они приходят, дают деньги ментам и забирают фургон с людьми. О чем тут речь-то? Это точно не Виктор. Виктор это... Виктор не может тут как-то быть связан. Это кто-то другой уже тогда получается. Спецоперацию тут провел. Here was Giovanna and Marcello. What the hell were they about to do to him? Marcello! Jesus. Shit. Damn. Filho da puta! Você tá fugindo? Подожди, а можно? You bastard. А кого убили? Кого сожгли-то? Ай, блин, с этими кнопками. Знаете, вот, получи свою мечеть. Кого сожгли-то? Младшего, что ли? Это точно нету? Не-не, то, что я, моя версия о том, что это был Виктор, что он взял и решил по-полному отомстить и всем. Не-не-не, он не мог ни с наемниками договориться, не мог ни с этим, ни младшего брата убивать. Why did they do that to Marcello? It's a legendary gang way of killing people. Блин, уже и младшего убили. Остался средний. With this they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Que faces? Foi o americano. Это тот самый главарь. Помните, в баре в этом к нам приходил мент мелкий детектив этот в баре. Он нам еще фотки показывал, кто чем руководил. Вот этот человек руководил. Руководит наемниками из... Которые штурмовали и офис, и стадион. И получается, он еще и людей скупает зачем-то. Не скупает, ну, блин, кого-то увез. Кого-то зачем-то. Я? А. Также тот мент говорил, что это вот нам он две фотографии показывал. Вот это вот я его хорошо запомнил. А еще один человек. Скорее всего, это тот самый, которого мы мачете зарубили. Получается, и мы правую руку зарубили. Только что. Так, а остается сестра жены босса. И что делать будем? Тут видишь, какая херня происходит. Тут свидетели-то не оставляют, это не менты какие-то. Это проплаченные менты. Плохие менты. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen, no amount of drugs or therapy could erase.
That kind of pain follows you around forever. Это не будут constant shadow of a waste of того, чтобы... The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Russell said there's a good place to hide in the back. Just try to stay calm. Guess this is it. No, keep going. That's a girl. Да, молодец, давай. Переползай, если хочешь жить. This way. Ты же знаешь, куда идешь, а? Я как понял, знаю. Ты город не особо это знаешь. Однако ведешь ее? Или ты просто наугад, да? Ищешь знакомые места, а дальше это, как пойдет. Проблема. Бегать ты, значит, не особо сумеешь, да? С кем? Че? Кто? С Пасосом. Ты с Пасосом трахала, что ли? Нормально. А я не знал. Я честно не знал что-то. Ну, Пасосу очень повезло. А он знает. Он в курсе. В курсе событий. Ну, а наемники прибыли эти. Эти наемники прибыли. Да, вряд ли. Так, ладно, все, закончили мы на этом. Продолжать выбираться уже с последним выжившим из той тройки, а именно с сестрой жены босса, мы будем уже в следующей серии. Ладно, окей, давайте на этом мы и закончим. С вами был Виктор, всем пока.